Всем привет, меня зовут Дмитрий Макена, и сегодня в видеоурок, как записать микс в Serato DJ. Мне часто присылают вопросы в личке, как это сделать. На самом деле все гениально просто, поэтому смотрите этот видеоурок. Всего лишь 2-3 клика, и вы записали свой микс в этой программе. Ну что, поехали. Итак, запись микса. Для начала нам нужно пройти в папку Setup. В первом же DJ Preference мы смотрим, выбираем настройки для записи 16 бит, либо 24, и соответственно формат WAV, либо AIFF. Главное, не забывайте, ограничения есть по записи до 2 гигабайт любого формата, либо AIFF, того же самого, либо WAV. Если превысит данный размер, то программа продолжит записывать ваш микс, но уже в новом файле. Стандартно ваши записи хранятся в этих папках, который вы видите скриншот на экране. Верхняя для Mac, нижняя для Windows. Итак, запись микса вообще возможна только при включенном контроллере. Когда контроллер подключен, сверху появляется папочка REC. Здесь мы выбираем микс либо AUX MIC. Соответственно, это, как вы сейчас видите, от чего я записываю. Мы выбираем микс, то есть, соответственно, те треки, которые будут у нас проигрываться в деках. REC Location. Здесь мы выбираем папку, куда вы хотите сохранять свои миксы. Ну, например, тот же самый Download. Делаем новую папку. Пишем название. Open. Теперь все ваши миксы будут записываться в эту папку. Выбираем по гейну, какой будет звук. Я, в принципе, советую ставить, ну, где-то примерно на час, может быть, полвторого, потому что микс не такой будет слишком тихий, а уже более-менее достаточный. И когда уже все готово, вы нажимаете REC, запись пошла. Когда запись закончилась, жмем еще раз REC, пишем название, Save. Все, ваша запись сохранена. Также у кого есть звуковые карточки, как Serato SL2, SL3, SL4, там особый подход к записи к миксам. Допустим, на SL2 тут вам понадобится дополнительная программа. Допустим, Audio City здесь написано, Ableton Live, либо SoundForge. Также потребуется провод 2 тюльпана на 1 джек 3,5. И, соответственно, вы этот кабель вставляете в микшерный пульт. Джек вы вставляете в свой Mac, в разъем Line. Делаете настройки в программе, которую вы выбрали для записи. Жмете в ней REC. Запускаете свои треки, и запись пошла. В SL3 и SL4 все чуть попроще. Открываем также REC, где написано Mix. Вы выбираете, наоборот, канал. Первый, второй у вас уходит, соответственно, на деки. Третий канал в SL3 свободный. Соответственно, запись микса будет идти именно оттуда. Выбираете его, жмете на значок «Запись», запись пошла. В SL4 все то же самое, здесь только добавляется четвертый канал, если вы их не используете. У тех, кого микшер Put RNE, в принципе, все то же самое, что и было сказано по поводу SL3 и SL4. Как я и говорил, запись микса самое простое, что может быть в Serato DJ. Да, и самое главное, запись микса 3 часа это при 16 битах, и 1 час 50 минут это при 24 битах. Так что выбирайте нужный вам формат, записывайте микс. И на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии внизу. Всем пока!